Я не знаю, что теперь делать. Я сменил аккаунт в игре, и у меня слетело обновление, профиль, и все. Тут, короче, нету ни денег в игре, нету ничего абсолютно. И, походу, даже нету обновления. Чё я сделал? То ли из графика что-то не то. Ну ладно, будем сейчас проверять. Всем привет, дорогие друзья! С вами Личи, и это новый ролик по симулятор автомобиля номер 2. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. Но перед этим... Последнее время я перестал выпускать телефон из рук, потому что теперь я играю в Hustle Online. Это бесплатная игра с открытым миром и крутыми машинами на твой телефон. Но у многих появится сразу вопрос, а как скачать эту игру? Вы можете просто перейти по ссылочке в описании этого видоса, нажать на кнопочку «Играть в Hustle Online» с телефона. Потом нажать на кнопку «Играть бесплатно». И дальше нужно выбрать, если у тебя iPhone, тогда App Store. А если у тебя Android, тогда скачать с Play Market. После того, как скачаете, нужно запустить игру и зарегистрироваться. На самом деле все очень легко. Придумывайте себе ник и выбирайте 14 сервер. Потом нажимаете «Играть», пишите адрес электронной почты, придумываете пароль и повторяете его ниже. Вуаля, все, вы появляетесь в игре. Также игра вам предложит ввести ник пригласившего. Вы можете написать «Мой Личи Топчанский». Теперь вам нужно нажать на 4 квадратика, которые находятся под картой в верхнем левом углу. Откроется меню, и тут найти раздел «Награды» и «Промокод». И сюда ввести мой промокод «ТОП», который даст вам приятный бонус и легкий старт игры. Заходи на Hustle и играй вместе со мной. Так, как, короче, как я и объяснил, случайно сменил аккаунт в Play Market, и у меня слетело даже обновление. Я просто в шоке, от чего это происходит, но, да, на самом деле это максимально странно, видеть в игре отсутствие возможности, так сказать, делать скриншоты, которые мы делали. У нас тут графика на максимум, но, как заметили, графика немножечко другая. И, кстати, мне она даже как будто больше нравится, чем то, что сейчас в игре. Хотя, которая в игре, она как бы проработанная, новая, но тут какая-то она прикольная. И игра, кстати, меньше лагает, вообще лагов никаких нету. Окей, обновление старое. Да, старая. Ну, конечно, тут же есть особнячок вот этот вот, но давайте-ка проедемся по карте. Посмотрим те места, на которых должны вообще быть какие-то детали, а их вообще нету. Потому что, ну, на тот момент выхода обновления, который вот в этой версии, тут ничего абсолютно нету. Тогда не было, видимо, ни нового острова, ни оффроуд. Или оффроуд был? Нет, оффроуд уже был. Он уже был. Да, но... вот этого, так сказать, крутого тут островка, который здесь должен был быть, его вообще нету. Его нету. Абсолютно его нет. Да, есть в игре полиция, но острова с аркадными развлечениями и гонками отсутствует напрочь. То есть его в игре нету никак. Да, есть полиция, есть что-то еще. Опа, и старый онлайн. То есть тут можно действительно зайти на онлайн. И, кстати, давайте реально проверим, играет ли кто-нибудь на этой версии. Есть ли такие? Нет. Нету вообще никого, прикиньте. Никто не играет на этой версии. То есть все языки использовали. Короче, мне уже предлагается что-то обновить. Какое-то обновление все-таки вылезло. Но я нажал на кнопочку позже, потому что мне действительно стало интересно. И действительно стало интересно, можно ли тут играть. Что у меня вообще тут за тачки есть? Да тачек-то особо и нету. То есть вот это вот у меня, видите, какая стильная. Стильный такой автомобиль. И все. Помимо... а, я его даже выбрать не могу. Он эвакуирован. Он эвакуирован. Копы его захватили, видимо, или что-то такое произошло. И за ним надо ехать восстанавливать его. Окей. А где мне это вообще все найти? Потому что я давно... не было такого, чтобы копы
тачку забирали. И я давным-давно от этого отошел, как бы, когда только чисто обновление вышло, только в тот момент, там пару раз копы могли забрать тачку. А так-то я вообще такого не делал. Думаю, ага, копы, что-нибудь там еще. Да не, вы че? Так, а где мы можем забрать тачку? Блин, тут даже метки нельзя делать. Тут даже меточку нельзя ставить. Хотя, да, это стало действительно удобным фактом таким. Но в этой версии это отсутствует. Но прошу заметить, дорогие друзья, вот в этой старой версии, какая она бы ни была, типа старенькая, в ней игра меньше лагает. То есть тут все намного плавнее. Я вот чувствую и по картинке, картинка даже все равно приятнее. Уже как-то прям новая версия с графикой, она более мыльная, знаете, в каком-то плане. То есть какая-то графика размытая, непонятная, что-то с ней делали. А тут да все вообще четко, приятная такая, приятная аркадка. Вот такая, которая должна была быть вообще. Как бы да. Вот. Ну, давайте. У нас тут написано преследование. Тут, собственно говоря, миссия. Но мы не на миссию приехали. Кстати, иконка миссии сразу не появляется на экране. То есть это уже не прям супер старая обнова. Но в то же время не прям супер свежая. Не свежачок первый. Так, штрафстоянка. Давайте глянем, что тут за штрафстоянка. Так, забираем. Применить. Забираем тачку. И теперь у нас две тачки, да, будут стоять возле... Вылетает игра очень часто, то есть максимально часто. Я только захожу, и тут какие-то есть вылеты. Но, дорогие друзья, что хочу сказать, она не лагает. То есть, да, вылеты есть, уже в Т2 вылета было, но она не лагает. Тут нет ни одного лага. С чем это связано, я не знаю. И да, тут она реально более аркадная. Вот, честно говоря, мне что-то аж нравится этот симулятор автомобиля 2. Посмотрите, действительно управление более аркадное, приятное. То есть не, это не реалистичное как бы прям движение, как в реальной жизни. Оно аркадное, оно приятное. То есть оно создано специально, как должно быть в игре, чтобы было приятно ездить. То есть нет такого, что тачку вот эту вот заносит. Хотя, нет, заносит. Управление все-таки тут... Есть некоторые проблемки с ним и с текстурками, но в то же время она не лагает, Да, есть какая-то прогрузка, но нет такого, что игра может заглючить на 20 минут, там какие-то будут такие вот дергания, тык-тык-тык-тык-тык-тык, такого нету. Тут все плавненько, все красиво. Ой-ой-ой-ой, тут все как должно быть. Хотя да, с графикой, видите, прогрузки на... То появляются города, там что-то, то пропадают. Странно, вот что они, то танцуют, как-то танцуют эти города на фоне. Вот о чем идет речь. То есть, помните, завершите испытания по окраинам. То есть, чтобы тачку открыть, нужно еще, так сказать, повыполнять некоторые миссии. Чтобы получить крипту, надо в онлайне поиграть. Вот, тут тоже что-нибудь придумаю, да? А в гараже нет места. А, то есть просто я могу купить. Здесь пляжное кольцо нужно выполнить. То есть тачку просто так ты не купишь. Хотя это обновление довольно-таки старое уже. Завершить испытания по окраинам, чтобы купить себе Tesla Model S. Вот так вот, да. А Porsche Taycan тоже по окраинам. То есть, дорогие друзья, проходите миссии, у кого они недоступны. Но я думаю, что я эту игру все-таки обновлю, потому что играть в нее... Ну, смысла нету. То есть, видите, тут прогрузками проблема. Да, она плавная, но мы-то ждем обновления. А я, получается, загрузил старую обнову, и вот мы в нее сейчас, так сказать, играем. Вот, иду гуляю с какой-то вот женщиной. Женщина, вы куда идете? Остановитесь. Стоять. Поехали, покатаемся со мной. Нет, не хочет. Ну и че? И куда она? Ну ладно, пусть идет, может быть, какие-то у нее дела есть. В общем, вот такая вот старая версия. В принципе, прикольно, тут и копы есть. Но нету, конечно, острова вот этого, некоторых деталей, графики, нового вот этого вот прикола со скриншотами. Абсолютно такая вот прям ванильная версия симулятора автомобиля 2. Ванильная, то есть такая чистая. Но как по мне, прикольно. Короче, у меня такое подозрение, что это обновление годовалой давности. То есть это обновление либо прошлого года, либо позапрошлого. Что-то такое. Что-то в этой категории. То есть обновление 23-го или 22-го года.
И да, игра практически не изменилась. Да, появилось несколько каких-то вот заданий. То есть незначительно что-то прям сильно сказать, что поменялось. Нет, оффроуд уже есть тут, то есть. То есть особо прям сказать, вау, игра сильно не изменилась за это время. Ну плюс-минус тачки подобавляли крутые. В любом случае игра стала лучше, но... Ребята, ждем обнову, поэтому кодовое слово в этом ролике будет «старая обнова». Все, кто напишет слово «старая обнова», обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем до скорых встреч!